Ну что, волна, как ваше настроение? Давайте, когда я у вас сегодня буду спрашивать, как ваше настроение, вы все вместе будете вытягивать пальчик вперед и кричать круто. Договорились? Итак, пробуем. Волна, как ваше настроение? Ваши аплодисменты! Ну что, сегодня мне выпала большая честь провести этот ивент. Ивент, который называется Dance Revolution. Я надеюсь, что никто не будет против. Итак, вы готовы начинать? Не-не-не-не-не, так кричат в лагере Зубрёнок, в лагере Смена, в лагере Искра. Давайте все вместе покажем, как кричат в лагере Волна! Ну что ж, конечно же, мы никак сегодня не сможем обойтись без нашего любимого, многоуважаемого жюри. Слава богу, сегодня в жюри не я, поэтому не в меня полетят сегодня помидоры, огурцы и тому подобное. Итак, сегодняшний конкурс будут судить. Куратор проекта «Квест-кэмп» Варвара Николаевна. Заместитель начальника по хозяйственной деятельности. Неподражаемая Лариса Владимировна. Супер. И, конечно же, заместитель начальника по воспитательной работе. Прекрасная Анастасия Владимировна. И первыми наш танцпол, центр нашей сегодняшней сцены, приглашается дом номер 11. Поехали! Радость — это хлопья с молоком. Пробуй, я обещаю. Тут до края света 5 минут пешком. Но мы налетаем. В облаках никто не слушает. Рядь гильдей, наши белые кеды. Это там, где прямо точно каждый день можно спадать. А знаешь, все мечты такие сладкие. Сейчас мы посмотрим все вместе с вами на оценки нашего жюри. Хочу всем напомнить, что у нас сегодня не просто дэнс-революция, у нас дэнс-революция с элементами чирлидинга. Итак, это очень важный аспект. Ну что ж, жюри 11-му дому за их номер ставит 4-4-4. Ну что ж, девчонки, мальчишки, вы большие молодцы, возвращайтесь, пожалуйста, назад. И
я с большим удовольствием приглашаю на центр нашей сцены дом номер 10! Удачи! Оценки нашего непристрастного жюри. 5, 5, 5! Супер! Молодцы! Ну что ж, и продолжает наш конкурс дом номер 9. Встречаем бурными, бурными аплодисментами! Поехали!
девятому дому Заид номер ставит 4, 5, 5! Итак, ваши аплодисменты! Дома номер 9! Дом номер 8. Итак, только уходите, давайте еще подальше. Дом номер 8. Давайте еще двигайтесь туда ближе, еще максимально туда двигайтесь. Чтобы не перед носом у жюри, хорошо? Чуть-чуть сюда, ребятушки, подвигайтесь. Восьмой дом! Поехали! Дом номер 7. Только, ребятушки, давайте максимально назад, сколько можно. Двигайтесь максимально назад. Еще назад. Еще назад. Давай, танцуй. Ну что ж, вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Вы должны отвечать так точно. Вы готовы? Сегодня люди шалят и говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят.
что-то говорят, а я не вижу их. Они не умеют танцевать, и они ничего не понимают в танцах. Но в любом случае, на их оценки нам придется посмотреть. Итак. Оценки ставить нас учил начальник. Садился на свою жужу и давал по тапкам из этого лагеря, потому что сегодня большого наказать. Итак, на центре нашего танцпола появляются самые маленькие наши участники. Дом номер 6. Давайте поддержим их. Thank you.
на оценке этих бесстрашных. Есть еще что-то святое в этих женщинах? Ну что ж, а я приглашаю на центр нашего танцпола. Дом номер 5, еще один! Поставьте этим же малюткам свои оценки. 4, 3, 4. Аплодисменты! Ну что ж, под такие же бурные аплодисменты, четвертый дом. Давайте, выбегайте скорее сюда и заметим, это Thank you.
Аплодисменты! Четвертому дому жюри за их номер ставит 4-4-3. Аплодисменты! Возвращайтесь на свое место. Ну и господа, наши бурные аплодисменты. Дом номер 3. Я приглашаю вас на центр, чтобы показать. Thank you.
Интересно, удивят нас сейчас с вами оценками или не удивят? Итак, второму дому жюри ставит 4, 3, 4, удивили. Аплодисменты! И пришло время самым старшим ребятам нашего города Икигай показать свой богат. Все прячутся и танцуют, как дикие. Все в парке, свободу ест.
первому дому. За их номер жюри ставит. 4. 4. 4 аплодисменты. За 200 лейбов могу рассказать, где живет Анастасия Владимировна, чтобы ее отомстить. Итак, за 200 лейбов, минуточку. Итак, большое спасибо всем вам за ваши номера, за ваше творчество, за ваш креатив, за вашу активность. Ну, а сейчас я хочу пригласить сюда к себе, сюда всех воспитателей оздоровительного лагеря «Волна». Пожалуйста, воспитатели, выходите ко мне. Всех. Абсолютно всех. Все воспитатели. Давайте идите сюда. Второй, ну, первый, все сюда идите. А теперь с вами сделаем так. Мальчики на одну сторону, девочки на другую. И мы с вами сейчас так. Первый дом, давайте, воспитатели, идите сюда, не стесняйтесь. Роман Петрович, давайте, 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 идите сюда, не идите. Почему? Ничего, так не надо ничего сверхъестественного делать. Давайте вы сюда, давайте, давайте, давайте. Все, как любит Арсений Владимирович. Не знаю. Шестой дом. Шестой дом. Давайте фотоаппарат отдаем, отдаем и выходим. И камеру он взял в руки. Вот хитрец, а. Сейчас я проверю. Ну ладно. Итак, сейчас мы с вами устроим танцевальный батл. Мальчики против девочек. Итак, первыми, все элементарно, звучит музыка, ваша задача зажечь центр нашего танцпола. Итак, первыми на центр приглашаются девочки. Итак, девочки, выходим вперед, пожалуйста, становимся лицом к нашему жюри, для вас звучит композиция, а вы должны показать всем, как круто девочки. Итак, проходите, пожалуйста, на вторую. Итак,
Это был первый раунд. Мы начинаем раунд номер два. Девочки, пожалуйста, на центр нашего танцпола. Итак, раунд номер два. Поехали! Аплодисменты. А теперь и девочки, и мальчики, выходим на центр.
и девочки, мальчики, все вместе покажите, какие вы классные! Так, Михаил Николаевич, давайте нам музыку. Какую-нибудь. Какую-нибудь такую, нормально. Чирлидинга на бис повторит дом номер 10. Итак, 10 дом, быстренько готовьтесь. Поехали!
Итак, подняли ручки выше. Итак, все вместе. Громко, громко, чтобы было слышно далеко. Новый день, одно и одно. Чудо там нас ждет давно. Громко! Но начинается дискотека! Yeah.
Спасибо.